Всем привет! Сегодня 22 октября. Питомники «Школьный сад» приступили к выкопке клонового подвоя среднерослого. Выкопку мы производим механизированно, потому что людей у нас не хватает, чтобы секаторами, как классическая технология, выстригать. И мы переделали свекольный ботвоудалитель под наши нужды. Поставили через вал победитовый диск диаметром 500 мм. И таким-то образом производим подрезку подвоев. Подвой мы предварительно подрезали на нужную нам высоту, чтобы лишних побегов не было. Они все равно не нужны. И механизированно их ошмыгнули, чтобы лист у нас не вял. Таким образом мы подрезаем, чтобы у нас был баланс корней соблюден, чтобы и на подвое было нужное количество нам корней, и на маточной головке, от которого у нас каждый год идет новые побеги, ее не затронуть. Но механизированная выкопка, она несет свои минусы. Это повреждение коры на побегах, но если вы его для себя готовите, это не страшно, даже если у вас и летняя, и зимняя прививка, все равно у вас прививка ниже будет этих царапин. Да, если вы занимаетесь продажей подвоя, заранее с клиентом все это оговорено, что у вас он подрезанный, чуть-чуть царапнутый, этого для подвоя беды не сделает. После выкопки мы с подвоя сортируем на 3 разбора. Это делается для более удобной потом летней или зимней окулировки. На зиму мы берем 2-й разбор, отдельно его закладываем на хранение в подвалы. Для летней окулировки 1-й и 2-й мы берем вместе. Ну, первый сказать можно, вот он. Это даже в каком-то веке переросший. Но в нашем случае это 1-й. И обратите внимание, на толстых побегах корни образуются значительно хуже. И сделать с этим уже ничего нельзя, потому что чем реже маточник растет, тем толще будет основной у него побег. И вот как вот это на примере, который я держу в руках, корней его очень мало, фактически это брак идет. Как я сказал, на летнюю окулировку мы берем отдельно 1-й и 2-й разбор, высаживаем, и отдельно 3-й разбор. Чтобы потом, когда мы в июле месяце сели прививать, мы могли черенки брать под каждый ряд определенного размера, чтобы не было там перемешку, что через один тонкий, через один толстый, это очень неудобно. Что касается самого выращивания подвоя, мы, помимо того, что механизированно его выкапываем, механизированно окучиваем, закладка у нас тоже нестандартным способом происходит. Если стандартный классический вариант по всем учебникам, это посадка через полметра-метр вертикально, потом прищипка, потом не прищипка, а прижимание к земле, потом плетение косичек, то и это позволяет вам маленьким количеством материала заложить большой маточник. Но мы пошли по другому пути, учитывая то, что с подвоем у нас свой есть, и нечего нам косички плести. Это очень долгий процесс и дорогой, плетение кос. Мы закладываем маточники подвоя в глубокие траншеи. Чем глубже, тем лучше, больше будет маточный корень залегать. И закладываем мы его лежа, как смородину сажают. И плотность посадки мы используем разную. Это и однострочные, как вот здесь сейчас мы можем наблюдать, и 2 строчки мы закладывали, даже 3 в прошлом году. Но по факту все-таки 2 строчки — это оптимальный вариант закладки и по нашему представлению. Ну вот я вам на примере соседних рядов покажу. Здесь, конечно, не очень таких много выпадов.
Но вот применение механизированной подрезки грозит за собой то, что маточник у вас проживет значительно меньше, нежели чем вы будете его обрабатывать, убирать его вручную. Когда классический вариант окучивают не черноземом, а окучивают опилками, потом все это воздуходувками раздувают, либо щетками, и вручную, либо пневматическими секаторами выстригают. В нашем же случае пила, которая подпиливает, может играть выше-ниже, потому что земля неровная, трактор может в ямку попасть. И в таких моментах, когда пила опускается ниже положенного, может затрагивать маточную головку, и после этого она уже не восстанавливается и будет в маточнике проплешины. Мы держим маточник подвой примерно 5-6 лет, ну вот этому, наверное, побольше. Все зависит от того, как мы его аккуратно выпиливаем. Если не повреждать, он и больше проработает, а если вы будете очень низко заглубляться к маточному, то у вас буквально через 3-4 года будут большие проплешины, и нет смысла содержать это поле в дальнейшем. Дешевле будет его, чем окучивать, полоть, поливать, перезаложить по новой. После подрезки подвоя мы уже выбираем вручную. И, как я говорил, сортируем на разборы. Вот это у нас идет третий разбор. Кто с подвоями знаком и их покупает, знает, что на рынке есть предложение по купле-продаже аж до 5 разных разборов. Я, честно, не представляю, что это такое 5-й разбор. Это, скорее всего, ну вот, тоньше вот этой ниточки. Прям волоски. Для тех людей, кто своего подвоя не имеет и вынуждены покупать, тоже хотели дать небольшой совет при выборе. Это не тот совет, какой именно подвой, потому что для каждого региона, для каждого предназначения подвой свой. Это что касается как семечковых, так и косточковых культур. А имеется в виду совет по выбору поставщика, чтобы вам продали именно качественный подвой. Спрашивайте у поставщика изначально о диаметрах, запрашивайте больше фотографий, потому что, как я раньше сказал, 5 разборов для подвоя — этого очень много. Если вы берете подвой, к примеру, в средней полосе России, это одни стандарты. Если вы берете подвой в Мичуринске, это другие стандарты. Если вы берете подвой где-нибудь в Краснодаре, там тепла больше, там и первый разбор будет, возможно, у вас уже браком для вас. В Краснодаре первый разбор, к примеру, там 54-118, может достигать 20, а то и 30 миллиметров. Ну, что вы на него приведете, непонятно. Только заложить на маточки его можно. Также, помимо того, что нужно уточнять заранее все параметры, оговорены, в том числе и высота, потому что кто-то подрубает, кто-то не обрубает. Ну и сами в свое время сталкивались с тому, что приобретали подвой и привозили его издалека. Но если бы он был бы подрезанный заранее, можно было сэкономить на доставке в два раза, гнать не фуру, а всего лишь какой-нибудь там грузовичок. Потому что весит он немного, а объем занимал очень много, потому что хвосты были по 1.5 метра. Еще очень немаловажный момент — это как раз вот удаление листьев. Вручную на подвое никто лист удалять не будет. И классический вариант, который использует хозяйство, которое продает подвое, это либо копает с листом, и он потом сам засыхает, вянет и отваливается. И второй вариант — это использование дефолиантов, так называемых. Это не раундапы в чистом виде, это специальные средства, которые позволяют растения быстро перейти из вегетирующего состояния в состояние такое покоя и через 1.5-2 недели сбросить лист. По поводу использования дефолиантов, их крайне редко используют, и еще нужно потом наблюдать, как подвой после этого развивается. Опыт у нас такой был, таких подвоев посадка, которые опрыскивали, чтобы лист сбросил, они очень плохо развиваются. Была хорошая корневая система,
подвой был не пересушенный, отличного качества, но мы его себе весной высадили, и у нас практически не развивался. Думали, в чем причина. Обратились к поставщику, спросили, используете, сказали, не да. Но, скорее всего, причина была в этих дефолиантах. Другой подводный камень, тот, кто химию не использует для удаления листа, а копается листом, это тоже не есть хорошо, потому что, когда лист будет, зависит все от погоды. Если погода такая комфортная, холод выкопали, у нас сейчас вот начаем заморозки, но лист еще полностью зеленый, если бы его не удалили, вот он так бы и висел, на некоторых вот побегах есть. Лист, если стояла бы жара, и мы копали бы с листьями, лист этот увядает, он тянет питание из корня, который корень себя за лето набрал, и крахмал вытягивает из корня в лист, который вянет. Грозит это тем, что приживаемость на зимней прививке на покупном таком подвое может скатиться до там, 10-20-30%. Тоже из личного опыта вам это говорим. Потому что подвой вроде хороший, толстенький, все аккуратненько, но был выкопан в жару с листом. Вы садитесь прививать, рассчитываете, что вы там за зиму привьете, неважно, хоть там 1000, хоть 300 тысяч саженцев, есть у вас свои черенки. Например, вот у нас маточная база очень большая, черенков. Можем себе позволить зимой и 300 тысяч прививать. Но если вы хотите делать расчет на покупной подвой и ранее с этим поставщиком не работав, то очень стоит задуматься, и даже советуем сделать такой дроп-тест, говоря современным языком. Что нужно сделать? К примеру, вы руки мерзнут, уже холодно телефон держать. К примеру, если вот так переключимся, будет понятнее, почему нам холодно. К примеру, если вы купили какое-то количество подвоя и планируете его зимой привить, мы рекомендуем что сделать. Если вы используете, конечно, методику прогревания зимней прививки, то есть стратификацию, заложить небольшое количество, пускай это будет 10 штук, пускай это будет 30 штук, просто взять подвой, сделать срез корневой шейки, как вы обычно делаете классическую зимнюю прививку, и пересыпать там торфом, опилками, мхом, смотря на чем вы работаете, и уложить в ящики на прогревание с температурой в помещении там не ниже 22-25 градусов. Чем выше, тем лучше. И через 10-12 дней, если у вас на месте среза калиуса, который должен быть, не обнаружите, то, скорее всего, крахмала в этих корнях нет, и ничего хорошего от зимней прививки вы не получите. Это заранее можно знать, даже имея огромное количество подвоя на складе. Если у вас вот в таком тестовом варианте вы потратите на этот тест всего неделю, ну, максимум 10 дней, но потом будете с гарантией знать, что вы не зря, да, огромный процесс работы провели по зимней прививке, зная то, что у вас подвой такого плохого качества. К сожалению, по поводу количества крахмала в покупных корнях подвоя, никак это к поставщику в виде претензии преподнести нельзя, потому что у нас нет такого понятия в России. Есть ГОСТы на посадочный материал, есть договоренности, нравится, нравится, не нравится. А что касаемо приживаемости, это уже уходит на второй план. Если вы столкнулись с таким, то что у вас взяли вы на зимнюю прививку подвой, сделали тест, и он показал то, что ничего у вас не срастется, то лучше вам эти подвои отложить до весны, весной высадить и закулировать летом. Вы потеряете год, но вы не будете делать лишнюю работу, прививая зимой такие пустые подвои. В общем, всем желаем удачи при выборе подвоя. Как мы название ролика назвали, подвой всему голова, потому что это основополагающее жизнь растений. И к выбору подвоя нужно относиться очень внимательно, будь то он семенной, будь то он клоновый подвой. Всем спасибо за внимание, всем пока.